Друзья, доброго здравия! С вами Майтрея Тимукта, и мы продолжаем видео. Я хотел бы сегодня сказать о многих вещах, которые пришли. И прежде всего, это волеизъявление о том, что я – это бессмертная духовная сущность, и все энергии, которые приходят ко мне, это только энергии любви, осознанности и счастья. И все, что приходит, это для обучения, для осознанности, любые энергии. И то же самое, конечно же, касается любого духовного существа. Все это процесс игры. Игры в карму, игру в сказку, игру в игру. И каждая энергия приходит именно для обучения. И когда осознаешь суть, почему это пришло в твою жизнь, для чего, зачем, как, то происходит процесс преображения, процесс трансформации, процесс соединения с источником. Играя в игру, зачастую мы так заигрываемся, что начинаем на кого-то нападать, зато какая-то злоба появляется, страхи и так далее. А когда мы осознаем всю полноту игры, то эта злоба уходит, и появляется осознанность и гармония. И появляется чудесное состояние счастья, любви и осознанности. И в этом состоянии, когда соединен с источником, бесконечной любовью, счастьем, гармонией, больше не нужно ни на кого нападать, ни на кого агрессировать или кого-то обвинять. Нет, все это уходит. И буквально вот совсем недавно мы общались с Леонидом, делали сеанс кармической коррекции. Вот, и что немаловажно, когда происходит вот это взаимодействие, коррекция, осознанность, то исчезает необходимость, ну, в каких-то дальнейших действиях, усилиях или чем-то другом. Я передаю состояние, да, на самом деле вот в этом моя суть, передать состояние. И состояние — это самое важное, что есть. Состояние бесконечной любви — это и есть связь с источником. И когда есть эта связь с источником, то все действия происходят во благо. Во благо для всего сущего. И именно это путь духовного роста, развития. Потому что соединенность с источником — это гармония, радость, осознанность и счастье. И когда двигаешься в этом канале, то все происходит как нужно. Это вот основное понимание на момент сейчас, что мы исцеляемся и гармонизируемся. И поэтому я искренне благодарю вас, друзья, за то, что вы со мной, за то, что мы делаем наши ежедневные сессии. Это действительно во благо для всех и для каждого. Вот, мы будем продолжать, я уверен, и соединяться с источником бесконечной любви, радости и счастья в гармонии. Благодарю вас, друзья, за то, что вы есть. Всех обнимаю, люблю. И это волеизъявление о том, что счастье и любовь в нашей жизни, только счастье и любовь, наполненность и гармония. И благие уроки для каждого из нас. Вот. Пожалуй, на сегодня все. Увидимся совсем скоро. Люблю вас во благо.